Всем добрый вечер. Сегодня с нами будут MA Productions. Они снова вернулись, если вы знали. И они, по-моему, вместе делали реакцию на Stranger, если не ошибаюсь. А сегодня реакция Hello, это которую я нашел из старых. Поэтому давайте посмотрим. Всегда любил песню Hello. Оп, что-то не то. Вот так. Оп. Приветушки, ребята. Привет. Я так рад. Я очень рад, что Димаш снова вернулся на шоу Singer. Вообще, Димаш и Singer — это идеальная комбинация. Это так круто! Сегодня он будет петь песню Hello. Я не знаю, какая это версия Hello. Это версия Hello Adele или Лионеля Ричи. Или еще что-то другое. Ну, в общем, да, тут так написано. Я не знаю, ни корейский, ни русский, или там, что за язык тут. И да, я не знаю, на каком языке он будет петь. Это русский, корейский или что там, китайский. Я так взволнован. Знаешь что? Мы как бы вернулись к истокам, понимаешь, да? Да, я об этом и думал. Вообще, шоу Singer — это самое лучшее качество, самые лучшие инструменты, самый лучший хор и самый лучший вокал Димаша. Если вы слышали о шоу Singer, то тогда вы знаете, о чем я говорю. Сердцебиение. Они так много говорят, я одновременно... Что я не стал переводить, все. I've been alone with you inside my mind. Really, it starts like that. In my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. Посмотрите, как он радуется. My arms are open wide. Cause you know just what to say. And you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. You're all I've ever wanted. And my heart.
Али ему или Марко ему подражает. Мне все понравилось. Мне очень понравилось. Мне понравился бэк-вокал. Мне понравился Димаш. Димаш и Шоу Сингер — это очень специфическая комбинация. Очень, очень хорошая. Короче, я подумал, когда я услышал и понял, что это песня Лены или Рич, я подумал, а эта песня подойдет Димашу? И нет, песня не подошла Димашу. Но Димаш не пел эту песню. Димаш пел какую-то другую песню. Ну, вроде бы он спел эту песню, но он приватизировал эту песню, понимаешь? И после этого песня подошла ему. И в этом Димаш очень хорош. До этого момента я знал только три, по-моему, или две песни, которые он пел. И когда я его слушал, я всегда... Для меня всегда это было неожиданно. Но на этот раз я знал песню. И вообще, то, как он изменил эту песню, это очень интересно и захватывающе. Да, не говори, а в конце? Это было сногсшибательно. И такого уж точно нет в оригинале. Я всегда злюсь, когда люди меняют песню. И вообще в другом направлении. Потому что, ну понимаешь? Но Димаш, он проделал отличную работу. Да, все сработало идеально. Теперь это песня Димаша. Это не песня Лены Ильичи, а уже Димаша. Вообще-то, мне бы хотелось, чтобы он спел и песню Адель тоже. Думаю, это было бы круто. Это было бы намного круче. Смотри, что он сделал с этой песней. Было бы интересно то, что он сделает с песней Адель. Мне не нравилась песня. Я просто ненавижу песню Лены или Ричи «Hello». Потому что я слышал эту песню слишком много раз, и... Мне не нравится его голос. Я ненавижу его голос. Ну ладно, ладно, ты же имеешь право. Поэтому я был очень рад, когда узнал, что Димаш изменил эту песню и как бы сделал ее своей. Безумие, да? Да. А, Димаш, это так хорошо, что ты снова нашел Сингер. Пожалуйста, останься. Сделай еще 2-3 раунда, пожалуйста. А, кстати, а почему он вернулся на это шоу? Думаю, он просто отдал дань уважения этому шоу. Он же вроде выиграл в прошлом году, да? В 2017-м он же выиграл, да? Блин, оказывается, мы не знаем. А, мы же не смотрели все эпизоды Сингера. Но я думаю, что он все же выиграл, и поэтому прошел на шоу, чтобы показать свое уважение. Я хотел что-то сказать, но забыл. А знаешь, такое раньше мы от Димаша никогда не слышали, да? Такой тип песни мы раньше такое никогда не слышали от него. Это было так по-другому? Я все думаю, что он хочет смиксовать рок, поп и оперу. Но эта песня была странной для того, чтобы смиксовать все эти стили в одной песне, понимаешь, да? Но все же... Тут больше нечего сказать, да? Я так насладился этой песней. Спасибо вам большое за то, что вы предложили нам эту песню. Кстати, флейта! Это было так круто! Я вообще не понимаю, почему мне понравилась эта флейта, потому что вообще я ненавижу флейты, звучание флейт. Для меня они издают очень ужасные звуки. Но тут это было так круто. Что происходит, блин? Они смогли смешать столько разных вещей, которые я ненавижу, и в итоге получилось... Интонации. То, что мне сильно понравилось. Странно, это очень странно. Почему он так сделал? Поэтому в конце я был так удивлен, потому что я не понимал, как среагировать. Что здесь происходит? Я не знаю, и они не знают. А на этом, думаю, заканчивать перевод, потому что уже поздно. Всем приятного аппетита, всем хорошего вечера, ноябрьского, холодного. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться. Всем пока. Если я говорю ноябрь, значит, я переводил эту реакцию 2 года назад. Прошло много времени. Я это понял по качеству звука. А еще...
в нашем клубе становится очень много людей и становится чересчур шумно. Поэтому я не буду многословен и закончу на этом. Как всегда, всем большое спасибо за просмотр. Завтра я верну другой какой-нибудь старый перевод. Поэтому до завтра и всем пока.